В декабре в эфире национального телевидения можно будет увидеть фильмы второго всечувашского фестиваля «Асам», который на днях завершился в республике. 12 картин победительниц будут транслироваться в выходные. В столице Чувашии прошел второй по счету чувашский кинофестиваль «Асам». И если в прошлом году фестиваль был скорее камерным, то на этот раз в нем участвовали кинематографисты не только Чувашии, но и других регионов России и стран СНГ. Болгарии, Киргизии, Молдовы. Триллеры, мелодрамы и даже артхаус. На этот раз среди фильмов участников большое разнообразие жанров. Много было и анимационных работ. Фильм режиссера Владимира Корсакова стал лучшим сразу в трех номинациях. Лучшая женская роль, лучшая женская эпизодическая роль и гран-при кинофестиваля. Это, мне кажется, очень такая полезная работа, которую можно смотреть и учиться, как вести себя девушке, например, каким быть, как строить себя, как делать. Потому что очень мало сегодня таких достойных примеров. Вот Сухви, главная героиня фильма «Дочь Сурмы», она воплощает в себе все лучшие качества чувашской девушки. И не только чувашской девушки, а вообще чувашского народа. Все лучшие, самые лучшие качества – это аристократизм, скромность. Скромность как сила.